Дочке 3,5 годика, плохо разговаривает, что делать и с чем это связано? Это связано обычно с появлением в крови большого количества аммиака. Попробуйте почитать или создайте такую информацию и почитайте. Оказывается, детская, ну нельзя называть слабоумие, а неразвитость или недоразвитость, она может формироваться на фоне высоких кетонов, высокой молочной кислоты, которая, и даже аммиака, который накапливается в крови человека. Это дисфункции печени. Каким образом лечится это все? Лечится L-орнитином. Такая аминокислота. Купите и давайте ребенку L-орнитин. А также можно еще давать. Есть вещество такое. Посмотрите, что убирает аммиак в крови. И второе, обычно у ребенка должна быть, у ребенка вообще мысли человека, они работают по двум принципам. Через активацию нуклеуса кумбенс или ядро прозрачной перегородки, которое является отделом гипоталамуса и гипофиза, и он отвечает за 4, за 5 элементов, за циркадные ритмы человека, за дофамин, за серотонин и за концентрацию и расконцентрацию, и еще за коммуникацию. Коммуникация — это вырабатывается окситоцин, дальше концентрация — норадреналин, дальше расслабление — серотонин, за состояние силы и ярких там возбужденного состояния — дофамин, а за расконцентрацию, что очень часто не хватает ребенку, отвечает аминомасляная кислота, ГАМК, гамма-аминомасляная кислота. И вот эта гамма-аминомасляная кислота является очень важной системой регуляции мозга. В 1964 году двумя учеными Гарри Рубином и Маслоу было изучено количество веществ, которые находятся в мозге. И они конкретно выделили вещества дофамин, серотонин, норадреналин, которые находятся в ликворе и в большом количестве. И получилось так. Адреналин, там, норадреналин, это гормоны надпочечников, их было там до 1%. Дофамина было около 2%. Дальше серотонина было до 3%, а к вечеру увеличивалось до 5%. А все остальное занимала гамма-аминомасляная кислота, аминокислота. И они говорят, зачем человеку 85% гамма-аминомасляной кислоты в ликворе мозга. Это какой-то ужас. Зачем она нужна? Она наоборот приводит к расконцентрации человека. Почему так много? И со временем поняли, что она необходима, потому что у человека в момент того, когда он концентрируется, то процесс концентрации занимает небольшое количество времени, и он очень энергетически такой эффективный. И нужно создавать процесс расконцентрации. Как работает гамма-аминомасляная кислота? Если ребенок ночью просыпается, если не может, если вскакивает, если у человека, если человек, допустим, вот ребенок, он думает о спорте, об игре, а ему нужно переключаться. Если ребенок увидел что-то и не может себя тормозить, бежит, хватает, падает и не может никак от этого отвлечься, ему нужен расконцентратор. И этим является гамма-аминомасляная кислота, ГАМК. Вот начинайте давать ребенку ГАМК, тогда ребенок начнет отвлекаться. И вот смотрите, чем больше отвлечений, тем больше знаний. Так.